Но он оказался с приколом. Так, напоминаю, кто не подписан, подписывайтесь на канал. А прикол заключается вот в этом. Стоит, сказали, лет, наверное, 15 уже. Здесь. Так, колесо уезжает ко мне домой. Да, Ураловская М61. Друзья, всем привет. Первое видео будет в этом году. В общем, позвонил мне мужчина, говорит, у него есть К750. Остался там или от деда, или от брата что-то. В общем, не важно. Тут недалеко, где я живу. В принципе. И вот я еду смотреть. Вот выпускал, мне не сказал. Говорит, документы я пока не нашел, но найду. Они там у него лежат, есть. В общем, погнали. Так, ну, классик оказался никакой не классик. А Днепр МТ-10. Но он оказался с приколом. А прикол заключается вот в этом. Вот такое здесь стояло колесо. М72. Я, недолго думая, решил взять колесо. Это МТ-10. Коляска уже сняла. Пробег там вроде что-то до 10 тысяч. Такое состояние. Вроде как комплектный, но кто его знает. Раскрывать его сейчас нереально, все в снегу. Резины нету, глушаки уже сгнили. Ну, стоит, сказали, лет, наверное, 15 уже. Здесь вон демпфер валяется. Кстати, надо посмотреть, что там за колесо на коляске. Так, Ураловская лишь. Да, резина. Да, резина уже дубовая. Да, Ураловская М61. Поздняя М62. Сейчас спрошу и за это колесо. Может, я это заберу. Вот колесо. Защитный военный цвет. Шлицы слабые, конечно, но не варено. Но не варено. Резина тоже плохая уже. Насечки есть. Насечки есть, значит, его. Оригинал. Так, колесо уезжает ко мне домой. Вот такая вот находочка. Так, ну что, друзья, посмотрел этот МТ. Говорили, Касик, но оказался это МТ, как я уже сказал. Сказал мне цену на него 4000 лет. Хочу. Не знаю, так подумал. Коляску надо купить. Резина вся негодная. Притом он стоит больше 10 лет. Я думаю, там может что-то даже уже и с мотором. Короче, за такую цену, я думаю, неинтересно. Туда вложить надо еще 2000-3000, если не больше. Куча времени. А выхлоп будет. Почем там еще с этим-то, я даже не знаю. Наверное, 1007 где-то, 710. И да, еще там вилка ходит вся вот так. Надо менять втулку, втулки все. Эти стаканы. Короче, пока что я сказал ему нет. Пишите ваше мнение, стоит ли убрать его за 4000. Не считая колеса на М72. Колесо я уже купил отдельно. Поэтому так вот. Так, напоминаю, кто не подписан, подписывайтесь на канал. Много будет интересных покупок. Уже две намечается. Подписываемся, ставим лайки. До скорых встреч.